Сегодня в Одессе начата реализация проекта по организации движения общественного транспорта по выделенной полосе, соединяющей поселок Готовского и Пересыпские мосты. Сама реализация этого проекта разделена на этапы. Первый этап – это сегодня движение до Ярмарочной площади. Конечно, сегодня не все жители были проинформированы, хотя изначально коммунальным предприятием СМЭП были заранее размещены информационные знаки. Тем не менее, если мы говорим о развитии города, то сегодня одним из самых главных акцентов и стратегии города является развитие общественного транспорта. Вы уже знаете, что аналогичный эксперимент, и достаточно удачный, был произведен на улице Ришелевской, и поэтому развитие и создание дополнительных полос общественного транспорта – это логическое продолжение той стратегии, которую мы делаем в городе. В дальнейшем такие выделенные полосы будут организованы и по движению как к Пересыпским мостам, так и от Пересыпских мостов по улице Черноморского казачества. Опять же, департаментом транспорта принято решение о поэтапном реализации этого проекта для того, чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей. Сегодня с 7 утра сотрудники департамента находились непосредственно на работе по выделенной полосе. Конечно, будут еще сделаны изменения по работе светофорных объектов. Мы еще также отработаем ряд вопросов с и патрульной полицией. Тем не менее, убежден, что определенные неудобства, которые сегодня испытали одесситы, в дальнейшем будут минимизированы.